Все, я поставил пароль прямо сейчас здесь. Вот теперь здесь есть пароль. Теперь вот мы не можем зайти, неверный пароль. Здесь ее Майнкрафт, все дела. Вот, все, как я хотел. Только не пойму, почему Верочка, я когда создавал пароль, уже была запись с Верочкой. Почему? Да, видимо, просто моя двоюродная сестра, когда создавала учетную запись, она вот... То есть это давно уже компьютер это есть, очень, уже да, давно очень, создали. Что тут происходит? А что здесь? А что, происходит что? То, что происходит? А ты что? Мой дорогой друг, хочешь так же, как и я, снимать ролики Anti-Griefer Show в Майнкрафт, да еще и на моем сервере Сержукрафт? Тогда, дружище, просто становись владельцем сервера на сервере Сержукрафт, и ты получишь абсолютно такие же права, которые есть у меня. А именно, ты сможешь кикать гриферов, банить гриферов, сетать дома гриферам, также ты сможешь сажать тюрьму гриферов, делать префикс, как у меня, и превращаться в абсолютно любого моба. Братан, да это все права, которые есть у меня. А это почти опка. И ну-ка иди сюда, что скажу. Как я и сказал, ты можешь взять мой префикс, префикс ютубера. Да даже скин, как у меня, просто прописав команду скин Седжу. И так как вы сейчас смотрите новый ролик, то, естественно, запускаются скидки 97% на владельца сервера. Поэтому залетай к нам и снимай ролики Anti-Griefer Show. IP в описании под видео. А ты чё трогаешь меня? Чё, с ума сошла? Ты ещё по камерам хочешь ударить, что ли? Ты чё, с ума сошла? Вообще уже! Успокаивайся. Пришёл, значит, пришёл. Значит, мы тебя снимаем. А чё, какие вопросы? Тебе не нравится, что я пришел? Чё ты припёрся? Нет, ты хочешь спросить, что я припёрся? Не, я ей отвечу. Она же не знает. Я ей отвечу. Она не знает. Хочешь сказать... А я поставил тебе пароль здесь. Пароль мы тебе поставили. Мы тебе поставили на компьютер пароль, да? Скажи, скажи. Расскажи своей дочери, что мы пароль поставили. Мы пароль поставили. Тебе нравится? Видишь, пароль. И попробуй зачитывай. Что? Что? Я тебе сейчас такое задам. Успокойся. Мне что, Майнкрафт? Я сейчас играть не смогу. А мы для этого и пришли сюда, для этого и поставили, что ты играть не сможешь. Давай, зайди. Не получается, да? Слушай, я смотрю здесь фотографии. Вот. Ты да. Специально ее выслал, эту фотографию, чтобы я посмотрел, да? Вот. Да. Смотрите, спасибо. Вот на фотографии, какая красивая. Девочка. Она на девочках красивая. С собачками. Спокойная, умная, красивая. А сейчас Майнкрафт. Ну что? Получается? Я прямо вот отсюда. Смотрите, этот кадр на века. Стоп. Не должно войти. Стой. Она не могла? Она сейчас заблокируется, наверное. На какое-то время, наверное. Нет, стоп. Не, почему? Ничего не должно быть. Ну-ка, хотя, давай сейчас подождем. Вика, может, ты пароль угадал? Ну-ка. Ты чё? Ты сломала? Ты экстрасенс? Или ты компьютер решил сломать? Ты посмотри, она сломала компьютер. Ты чё наделала? Ты как так? Ты что сделала? Ты как так вбил? А, нет, все. Я уж думал, она может что угадала, может что убил, мы еще рассказали. Слушай, это легендарный кадр. Вика пытается войти в компьютер и не может, потому что там стоит пароль. Какой компьютер? Какой? Вот такой. Хреновый. Ты давай, вводи пароль. Может, тут ты знаешь, может... Какой пароль? Какой пароль? Сейчас скажу, сейчас помнишь, мы создали с тобой, называется... No Minecraft. Дорогие мои друзья, прошу прощения, что вас отвлекаю, но если вам не трудно, просто нажмите вот здесь кнопочку подписаться на канал и поставьте лайк. Ну или где у вас там кнопочка подписаться? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и никогда не пропускайте новое видео и всегда смотрите продолжение на моем здесь канале. Все, извиняюсь, что я вас отвлек, продолжайте просмотр, прошу прощения. Фо, Вика, нормальный пароль? Вводи. Че, реально веришь? Давай. Вводи. А, или там как-то было Майнкрафта Вики нет. Давай, пиши. Или Вика больше не играет никогда в жизни своей в Майнкрафт. Тоже пиши, попробуй, наверное, сработает. Там паролей много стоит. Давай, давай, давай. Мы сейчас все это посмотрим. Давай, пиши. Ты реально вводишь? Пусть попробуй. Да, ты попробуй. Я прям эти легендарные кадры снимаю. Как тебе? Какой пароль? Самый простой. Самый простой пароль. Называется «Забудь про Майнкрафт». Все, так и пиши «Забудь про Майнкрафт». Слушай, я поставил пароль. Это самое простое решение. Там были тысячи комментариев, 50 тысяч комментариев. В общем, были очень дельные предложения. Там родительский контроль. В Microsoft учетной записи запретить скачивать игру. В диспетчере задач запретить этот процесс Майнкрафт. Короче, я все читала, это... Да. Вот ты читала. Но мы пока начали с самого простого. Те же монитор сделали тогда, все дела. Да, кстати, спасибо тебе. Вот, ты скажи, вот, чтобы зрители знали, что не зря пишут тебе комментарии. Очень не зря. Хотел бы вас очень поблагодарить за то, что поддерживаете, ставьте лайки. Постарайтесь как-то помочь. Да, то есть вот ты с этим вот чудом. На последнем ролике у тебя 200
что-то там 30 тысяч лайков. Ставьте лайк. Вот смотри, сейчас я людям прошу лайк тебе поставить. Люди соберут, смотри. Видишь, как только лайки заговорил, сразу улыбка пошла. Ставьте обязательно каждый лайк. И будет хорошее настроение. Посмотришь, сколько людей на самом деле тебя поддерживают. Да, я тебе говорю, 100, вот я вангую, давай. Тебе поставили зрители, я понимаешь? Вижу. Я думал, 150 будет много тысяч. А 230 я вообще не ожидал. То есть все вот тебе. Я понимаю, я очень благодарна. Я даже на несколько комментариев ответила. Так что. Да, кстати, вас. Она, получается, отвечает на комментарии ваши, я понимаете? Я отвечаю, читаю, я все читаю, все ваши комментарии. Вот, то есть пока мы... Вот, она опять... Не, я надеюсь... Она не зайдет сейчас. Не, она не войдет, там такой она пароль... Она не знает. Пароль. Смотри, ты, пожалуйста, уж ей пароль не говори, ну, потому что... Денис, ты что? Ну, ну да, она придет вечером к тебе, на колени сядет и скажет, мамуль, пожалуйста, пароль мне надо знать и... Нет, я не скажу ничего. Слушай, ты а... Ты что, столько... Какой пароль? Какой пароль? Путь пройден? У мамы спроси. Какой пароль? Что ты ко мне пристал? Мамин же пароль. Пароль какой? А я не скажу. А я не скажу. Какой пароль? Не скажу. Вот пробуй, да. Ты посиди, знаешь, день, шел два. Я могу нарезку кадров сделать, как прошел год, прошло 10 лет, ты все сидишь. Вот, мы и сделали. Слушай, ну хочешь, потом тебе переименую Верочка в профиль, ну, или не надо? Пофиг, без разницы. Без разницы, главное, чтобы пароль стоял. Я хотя пароль не очень люблю, но хоть что-то, хоть как. Да, я знаю, что ты не любишь пароли, но зато так она играть не сможет. Хоть какое-то когда... начало. Вот, ты, надо тебе работать, да? Садишься, входишь себе в профиль и работаешь. Уходишь, все, она не, в жизни не войдет. Извини, прервался, там был код. Я даже знаю, как я войду. И как ты войдешь? Не скажу. Ну и не скажи. Я голосовую задачу выполнил. Я снял это на видео. Мы надо будем звони. Всегда все снимем. Спасибо. Давайте, пока. Вика, ты тут держись. Вводи дальше свой прекрасный пароль. Никуда ты не уйдешь. Ты что делаешь? Смотри, сейчас упадешь. Никуда ты не уйдешь. Почему? А что не уйду? Вон, вводи пароль. Пароль скажешь, не... спокойно уйдешь. А если не скажу, конечно, и что ты конечно. Сделаешь? Все, пока. А что ты? Чё? Все, успокойся. Все, вон, погадай на пальцах, так. Какой пароль. Вон, всё. Смотри, у тебя космос нарисован. Ну, на космосе погадай там и не знаю, что они там придумали. Кофейная гуща, все вот эти доски, все это твое. Вот. Да, ты давай угадывай. Теперь нет Майнкрафта. Все. Все равно я знаю, как войти. Как войти? Да, вот войдешь, да, давай. Вот войдешь, тогда и поговорим. Все, давай, садись. Я вводи. Не знаю. Да, знаешь? Давай, ну слушай, если она войдет, ты звони. Мы приедем, поменяем, сожжем да? компьютер, сожжем. Все, давай, вводи. Ролик будет. Да. Все нормально. Спасибо. Ставьте лайки, ребята, если вы согласны, что мы ей поставили пароль. Все, на, вот тебе собью. Все, пока. Ждите ролик. Спасибо. Жди себя в видео. Пойду, жди. Все, спасибо. Принес эту кнопочку, потому что вы мне ее подарили. Благодаря вам все, поэтому поставил пароль, как вы и говорили. Просто мне часто говорили, поставь ей пароль. Я ей поставил. Вика, ты послушаешь видео, все, теперь сама мучайся с этим паролем. Ставьте лайки за то, что я поставил пароль, пришел к ней, вот так вот резко взял и поставил пароль. И все, благодаря вам. Ну, конечно, это самое простое решение. Я еще читаю комментарии. Я уже выделил пару комментариев в том видео, что вы советовали сделать с компьютером. Я еще прочитаю, еще посмотрю. Все узнаем, чтобы еще ограничить без пароля. Вот без пароля. Пароль это то, что не любит мама Вики. Она не любит, но блин, зато она не будет играть. Поэтому ставьте за это лайки, что я пришел и поставил. А то, друзья мои, сервер. Все, я на сервере сегодня буду играть и все эти дни. И думаю, скоро будет вайп, но позже, нет, попозже все-таки будет вайп. Разрешен вход с новых версий, поэтому заходите, играйте, становитесь владельцами. Всех будем ждать, я всегда здесь, все. Не хочу вас затягивать, хочу просто поблагодарить вас за эту кнопку. Она у меня давно уже, я ее люблю, и все, благодаря вам. Все, спасибо, ставьте лайки и жду всех на сервере. Всем пока!